Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp, и сегодня я покажу, как настроить эмулятор PC CX2 для того, чтобы поиграть в игру Destroy All Human, вторая часть. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Я предлагаю вам новый эмулятор, вернее его новую версию 1.7.0. Вот ее и нужно скачивать. Я себе уже ее скачал и приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатные архиваторы будет в описании. Запускаем. Выбор языка. Применить. Далее. Плагин, на котором мы будем играть. И это не новые будут плагины, а старый плагин. Вот это, 2017 года. AVX. Я пока не буду настраивать его, хочу показать, какие глюки в игре. Я очень долго не мог ее настроить, но вот на этой новой версии более-менее все получилось. Мы сюда еще вернемся. Контроллер, геймпад. Играю на клавиатуре. Сначала мышкой кликаем кнопку L1, теперь на клавиатуре нажимается клавиша, что будет L1. Так, по аналогии, весь геймпад настраивается. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на это видео будет в описании. Стики тоже нужны. Треугольник, крест, квадрат, 0, старт и селект. R1, R2. Готово. Применить. Окей. Звук остается по умолчанию. Я играю при помощи сообразов, это удобно. Выбираю Linux SO. Те, кто играет при помощи настоящих DVD, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как запускать игры на этом эмуляторе при помощи DVD-дисков. Ссылка на видео в описании. Все остальное по умолчанию. Далее. Япония 2000, BIOS, который следует выбрать. Завершить. Закрываем консоль. Ставим галочку «Всегда спрашивать». Вот он стоит. Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки. Не нужны. Применить. Оконный режим я себе ставлю 1024 на 768. Применить. Спидхаки. Ползунок налево. Эту галочку убрать. Применить. Окей. Запускаем. Destroy All Human. Вторая часть. Я обломаю все заставки. Вот такие глюки у нас в игре. Вот смотрите, как от них избавляться. Открываем настройки плагина. Здесь все верно стоит. Я себе поставлю на четверку. 4К, наверное, типа того. Будет тормозить, ставьте на двойку. Здесь все верно. Здесь в обязательном порядке Basic, здесь агрессив. Идем дальше, включаем хаки, здесь хай, здесь на пятерку. Готово. И картинка у нас явно стала получше. Небо и земля, вот не получалось настроить. Конечно, эмуляция не идеальная, но, согласитесь, очень неплохо стало все выглядеть. Так, что надо сделать? Агент ФБР, что ли?
очередь. Сделаем на весь экран. Шикарно выглядит картинка. Ну, мы давайте последим за FPS. На самом деле FPS гораздо выше. F4. Вон у меня скорость эмуляции 150%. Очень неплохо. Возвращаем игре нормальную скорость. Свободен. Так, давайте я заставку не буду смотреть, все буду обладать. Так, что-то жизни у меня маловато. Вроде получше стало. Amuse thy languid Furon god, zap my idol with bolts of electricity. Attend the holy syllables of the great Arkvoodle. My waning shroud of evil is rekindled, landing zone activated. Ладно, эту заставку я тоже не буду смотреть. Тем более, надо по-быстрому поговорить. Ладно, мое дело было все показать. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.
Petrovia!